Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Влад, и вы на канале Сёгаплей, а мы продолжаем Deus Ex. Я посмотрел так вашу реакцию, так сказать, на первую серию. Я так понимаю, вам вообще поебать на эту, блядь, вебку, что я к лику святых здесь причастен. Окей, тогда просто продолжаем. Так, как будто вот опять сбилось. Подожди, как будто опять сбились настройки мышки. Ну-ка, если на 15 я поставлю. Реально, огромная сенса просто. О, нормально сейчас стало. Так. Окей. На туда, но я хочу здесь попробовать. Может, получится взломать? База кодов 4801. Ох, ебать! Так это отсюда, что ли? Нихуя себе. Окей, тогда погнали. Так, что здесь есть? Дженсен, Мак, внимание. На доплере видно, что надвигается буря. Она будет сильной и здорово нас потреплет. Ненавижу ебаную пустыню. Бурю видно уже? Да. Время работает против нас. Понял. Вас понял. Так, буря против нас, да? Так, патроны готовы. Так, еще один кредитный чип, расходники. А это что такое? А, это нельзя взять? Так, это ящик. О, ящик пива хотелось бы, конечно. А, это просто... Это просто ящик. Просто здравствуй, просто как дела, ящик. Погнали. Так, окей. Ага. А мне куда надо, кстати? Погоди-ка. Так, заглушите усилитель сигнала. Джин использует спутник усилитель сигнала, расположенный где-то в пентхаусах. Вот, сперва пентхаус, а потом верхние этажи. Хотя пентхаус это и должен быть верхний этаж, разве нет? Окей, давайте к пентхаусам. Доп. Задание мы выполним. Так, оружка. А где патроны? Ну нахер. Окей, так, пойдем. Вот так. Че, я поднимаюсь, нет? Вроде бы, да, вроде бы нет. Скрытность. Тихо. F4, по-моему, да? Да, вот он, режим маскировки. Ты слышь? Ах ты кусок кала, блин, а? Как он узнал, что я хочу сделать? Тихо. А я не помню, как должен был именно я сделать, чтобы... Так, все, я сюда... Блин, ты палишься, чел. Вау, вот так вот нормально. Как я должен был сделать? Я что-то резко нажал на куб. И, по-моему, я его убил. Так, окей, пистолет. Инвентарь. На четверочку я его поставлю. А, во, вот так вот, точно. Окей, так. Он светится специально или что? المخازن اللي موجودة على السطح عشان تكون بعيدة من الضوء.
Хорошо. Опа. Уж очень много зависит от этой сделки. Нельзя, чтобы нас в последний момент связывали. Окей. Как продвигаешься, Макриди? Медленнее, чем хотелось бы. Тут словно погром на кладбище был. Не понял. Когда в 27-м случилась эта хрень, народ ломился к лестницам, похоже. Тут повсюду горы трупов. Следуйте за зелеными голограммами, чтобы получить обучающие инструкции, экспериментировать без каких-либо последствий. Увеличение максимального уровня здоровья, гранаты и аугментации тайфун. Твоих дружбанов хватает, Дженсен. Тебе, может, запчастей принести каких-нибудь? Мне со сливками. Двойную порцию сахара, раз уж вы спросили. Нет, тут ничего нет. Песок. Спокойной ночи. А где этот чел? Я его не видеть. Тихо. Мы тут по стелсику вообще-то. Так, окей. Нормально. Здесь какой-то чел. Ох, ёлки, здесь какой-то чел. الجو ابتدى يحرر قوي. Я, по-моему, не на ту кнопку нажимаю. Давай перепроверим. Дженсен, ты где сейчас? Проверяюсь через пентхаусы. Не забывай проверять, нет ли там усилителя связи джинов. Если сможешь, отключи его. Так точно. Спокойной ночи. Меня, кажется, заметили или что? Или мне показалось? Они по верху ходят или по низу? Нихера понять не могу. Похоже, по низу, блин. Да, по низу. Так, что-то у них здесь должно быть. Еще кредитный чип. Бля, не могу понять. Имплант замкнутого дыхания. А у меня есть что-то вообще? Замкнутое дыхание. То есть я не могу, да? А сколько он стоит вообще? 1, 2, 500. Хер его знает, блин. Так, ну мне еще недоступно, я так понимаю. Ладно, пойдем так. Да, похоже, по первому этажу. Не понял, он уснул или чё? То ли был, то ли его и не было даже. Спокойной ночи.
Все в порядке, пацаны, все в порядке. Так, это я забрал. У этого пусто, окей. Что я здесь должен был найти, интересно? Ни хрена себе. Слишком шумно, слишком шумно. Не понял, завершение поиска? Какое-то завершение поиска было сверху. Хрен знает, что за завершение поиска. Ну ладно. Опа. Вроде уснул. Пускай спит. Мне нужно что-то найти, а я понять нифига не могу, что. Так, где задание? Вот, дополнительно. Где-то в пентхаусе. Будет легче, если найду и отключу его. А как мне выбрать-то это задание? Можно как-то вот... показать на карте. Вот это вот? Но это же показать на карте основное задание. О, а не дополнительно. А как мне дополнительно-то выбрать? Где-то в пентхаусах. Замечательно, просто супер охеренно. Вот, отрезать доступ к атриуму. А вот это-то как мне выбрать? Почему оно не выбирается нихера? А, биоселом можно перезаряжать. Смертельное, не смертельное. Я, знаете, мне очень взбесит, если от этого будет зависеть какая-то там концовка. Спокойной ночи. Спокойно, спокойно. 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 Надеюсь, они не будут. Потому что если они могут от транквилизатора разбудить, то хрен с два у меня получится и всех вырубить-то, блин. А, это сейчас у них поезд скоро закончится, да? Окей, понятно. Почти закончили. Пока попьем. О, все, супер. Но они слишком близко друг к другу находятся. Этот прям хрен вырубишь. Они все друг за другом наблюдают.
كده بنضيع وقت. Они меня бесят. Я пойду на второй лучше. Где-то в пентхаусе. Опа. Спокойной ночи. Так, меня хотели заметить, но я заметил первый. Поиск. Так, идите в жопу со своим поиском. Серьезно. Конечно, в порядке. Че ты? Я в полном порядке. Блин, заметили? Серьезно? Они думают, что я там? Так, а я же могу как-то в инвентаре себя... Батарейкой я воспользовался. И что, вы долго меня будете тут пасти? Ага, отлично. Потеряли. Придурки. Пошли нахер. Да вы что, опять меня заметили, что ли? Идите вы нахер, а? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Мне плохо. Но в меня ни разу не попали, серьезно. Так, а как мне тут тайфун использовать? На какую? Круто, круто, спасибо. Угроза потеряна, все, давайте. Они реально будут своих, что ли? Я понять нифига не могу. Это же скучно, это же неинтересно. А почему я гранаты не могу использовать? Изучить? А нахрена? А с чем соединять-то? Нифига я там положил. Шейф,
Это завершение поиска? Все, спокойной ночи. Я что-то вообще здесь нихера не могу найти. Где тут находится какая-то глушилка или еще что-то типа того? Или это прям мне все обыскивать надо? Да ну, вы че? С ума сошли? Че за нахер? Я чисто за оружием, я ухожу. А не понял, на каком этаже? На втором или на первом? Не похоже, чтобы здесь вообще кто-то был. А, вот он, придурок. Ой, я мог здесь еще вылезти. Нормально. Так. Ну что-то очень долго эта миссия проходит. Уже 22 минуты прошло. Это же вообще кошмар. Я без понятия. لازم نفضل مزحصهين لازم يكون في حاجة أي حاجة Так, слушайте все. Чан взломал радиосигнал Джина. Сейчас проверяет патч. Очень скоро мы услышим Сингха. خليل, الراجل اللي هيبقى علينا الحاجات جاية كمان شوية. روح قول لبقية الناس ان انا هعصلكم. Вхаликум, яни мутазарин. Есть контакт. Принято. Я нас снова подключу, когда начнется сделка. Они что, опять все внизу? Да, кроме тех двоих, да? Да, видимо. Опа, повернулся. Куда ты пойдешь дальше, дорогой? Отлично, а то я их тут еле слышал. Так, смотрим внимательно. Попробую что-нибудь найти. Сброс? А, сброс поиска, что ли? Ух ты ж, блин! Бляха-муха, вы чё такие прям... Все, хватит на сегодня. Это вот эту хрень, да, мне нужно было убрать? Убрать, снять, называйте как хотите. Так. Ничего нет. Так, расходник. Бурый Эль Бикмана. Намана, намана. Вот она, топ-защита. Теперь им будет сложнее что-то услышать или передать. Отлично. Если повезет, легенда Сингха не пострадает, когда все закончится.
Понял, теперь направляюсь к основной цели. Вот, доп. Задание мы закончили, вообще супер. Так, сохранение обязательно. И погнали. Потише ты. Лазим не камень тут выйдет. Спокойной ночи. Бля, два патрона осталось, пизда. Бля, вот это опасненько, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прям мне хлебало смотрел. А чё у вас там так дохуя, блядь? И как быть? Бля, может домовуху опять кинуть, а? Что такое? Она где-то я не жопу хак. Занимаем позиции на террасах. Ты где находишься? Еще иду. Ну так шевелись. Вражеский борт на подходе, и скоро придет песчаная буря. Ты усилитель связи отключил? Да, вывел из строя. У железного дровосека есть сердце. Нормально. Молодец. Я, конечно. Думаешь о команде? Натворил делов. А, то есть я просто буквой И все собираю. А, ну так бы сразу и сказали. И в самом начале обучение скипнуть, обучение скипнуть, обучение скипнуть. Ай, блин. Кто вообще смотрит эти обучения? Да боже мой. Вот, блин. Так, сохранение сперва. Потом взлом. Так. Куда мне надо-то хотя бы? Давай. Супер! Я, по-моему, по какому-то длинному пути больно пошел. Так, окей. Погнали. Говорит Дженсен. Путь к пентхаусу перекрыт. Джинны нам не помешают. Прием. Понял. Давно пора. Вражеский борт на подходе. Я как-то все ку-ку, а может ку-е там, так, чтобы усыпить? Группы. Занять позиции. Удар один. На месте. Удар два. Все готово. Удар три. Готовы. Удар четыре на позиции. Ждем. Всем приготовиться. Да, конечно же, Полис. Закрой рот, Холидей. Заткнитесь оба. Удар пять на месте. Всем внимание. Синг видит Шепарда. Сейчас подключу. Цель в зоне действия. Не забывай, там Синг. Стрелять осторожно. А ты смелый, Синг? Затевать сделку прямо перед бурей. Матери природе, я не командир, мистер. Зови меня, Шепард. А, был такой капитан. Это оружие? Капитан Шепард, блин, вот это отсылочка, по-моему, на колду ведь вроде. Аументация. Их сейчас найти все труднее. Оружие пока в вертолете. Покажи мне деньги и мы... Какого?
Пока-пока. А это же те террористы, по-моему. У нас тут гости. Шепард мертв. Что? Но кто? Что там происходит? Миллер, это не джинны. Повторяю, это не джинны. За оружием пришли. Огонь! Открыть огонь! Открыть огонь! Вали! Открытие! Они к вертолету идут. Стрелять можешь? Нет, нет! Мы под сильным обстрелом. Вертолет не должен взлететь, Джансен! Понял. Так, окей. Это плохо! Они совсем близко! Надо спасти Синха! Дженсен, мне с ним не связаться! Атриум, да. А, блин, здесь же мне уже не получится, Дженсен, да? Дженсен, буря, возможно, выиграла нам время, но тебе надо нейтрализовать вертолёт. А чё дополнительно? Принято. Не, подожди, а чё дополнительно? Я не понял. Защитить Синха? Да отпусти ты коробку, дебилина. Не понял, он сверху стреляет или откуда? Ай-яй! Сука! Вообще нихера ничего не видно, но очень интересно, блин. Мне больно. Чуваки, мне больно. Ай-яй-яй. Он убит! Убит! Это кто? Дженсен, штурмовой отряд, отвечай! Хреново. Как он убит-то, блин? Где? Какого хрена, блин? Ну и... А, блин. А можно пропустить, скипнуть это? Вот, да. Так. Это плохо! Они совсем близко! Надо спасти Синха! Дженсен, мне с ним не связаться! А, тайфун же можно, блин. А на какой он? F3 или F2? F2, по-моему. Дженсен, буря, возможно, выиграла нам время, но тебе надо нейтрализовать вертолет. Принято. А где Синх-то? А, вот он где. Ни хрена себе, пивасик восстанавливает. Тихо, тихо, тихо. Да, бляха-муха, а. Хрен доберешься до Синха. Окей, давайте еще раз попробуем. Буря, возможно, выиграла нам время, но тебе надо нейтрализовать вертолет. Принято. Thank you.
Окей, пойду потихоньку. Да какого хрена он убит-то? Какого хрена он убит? Чё этот придурок творит, блин? Время, но тебе надо нейтрализовать вертолёт. Принято. Иди в пизду, пускай ты сдохнешь. Иди в пизду, блядь. Ебанько, блядь, нахуй. Это Синг! Повторяю, Синг мёртв! Ну, молодец, Джессон! Хорошо поработал, идиот! Нет, нахуй, идите в пизду, блядь. Хули ты такой... Мне кажется, чем раньше я приближусь, тем хуёвее будет, блядь. Ты, блядь, сдохнешь, нет, ёб твою мать. А, вот ты где, сука. Нормально. Тихо, это моё. Я чё, пьяный, что ли? Серьёзно? Я смогу тебя спасти, нет? Дженсен, побыстрее давай! Вертушка скоро уйдет! Так, нужно сбить вертолет, пока не стало хуже. А чем мне сбить-то? А может мне кто-то показать, чем? Я вообще хз чем? Миллер, вертолет обездвижен, повторяю. Окей, хорошо. Да не за что, апнутый. Я так понимаю, мне вообще нужно было просто...
по-тихому снять батареи и все. И по сути и Синха спас, и вертолет остановил. Боже мой. Кто же знал-то? Одна на компьютерах. Контролируемая человеком эволюция, доступная всем. Когда все кончится, иллюминаты не смогут контролировать таких торговцев. Нет, стой! Происходящее на улицах Детройта — безумие охватившего людей с механическими аугментациями. Шанхай, Лос-Анджелес. Окей, это был пролог, получается. Deus Ex, Mankind Divided. Это координаты? Какие-то циферки. Сколько стоили нам события в Дубае? Они знали риски. Сколько активов мы потеряли? Все. Песчаная буря не помогла. Задание прошло успешно. Видно, что вы уверены в успехе. Впрочем, хаотичная природа атаки может сыграть нам на руку. Интерпол увязнет надолго, а люди, благодаря нашим подсказкам, в итоге сделают выводы. В долгосрочной перспективе это всех нас касается. Все по-прежнему. Вы полагаете? Мне напомнить всем вам, как сильно мы сбились с курса? Инцидент с аугами вызвал в обществе раскол. Все пошло хуже, чем мы думали. И нестабильность с каждым днем растет. Это недопустимо. Чтобы обеспечить успех нашего предприятия, надо исключить разрушительные элементы. С вами все согласны. Но дайте мне вылететь в Нью-Йорк, и я лично оценю обстановку. Возможно, у нас уже есть голоса для прохождения акта о восстановлении человечества. Отлично. Стэнтон, сопроводите его. Возможно, нам потребуется оказать финансовое и политическое давление, чтобы закрыть рот противникам. Приступайте. Элизабет, я свяжусь с вами позже. Не получится, Луций. Даже с деньгами Дауда. Вы же знаете, что Рент найдет в Нью-Йорке? Слабых, беспомощных людей. И Натаниэль Браун до сих пор неизвестный фактор. Конечно. Именно поэтому мы приступаем к нашей альтернативной стратегии. В прошлом вы делали много заявлений, Пейдж. Вот ваш шанс их подтвердить. Все на месте. Можно начинать, когда пожелаете. Насколько безопасна ваша связь, Боб? У Януса сейчас, кажется, глаза повсюду. Он и его коллектив. Даже в Анусе. Янус, проблем. Потом. Я все устрою. Дубай заложил основы. Теперь пора привлечь всеобщее внимание. Пейдж, активируйте спящую ячейку.
какая-то спящая ячеечка. Я думаю, мне нужно еще сенсу уменьшить, потому что что-то прям... Станица Ручечково надражье. Приезд за 5 минут. Приезд через 5 минут? Они в Чехию, что ли, все-таки отправились? Прага. Одна неделя спустя. Миллер, это Дженсен. Я выхожу из поезда. Принято. Ведем тебя в курс дела, когда прибудешь. Ты сразу в отделение? Если не застряну на пропускном пункте. Документы у тебя в порядке. Просто не высовывайся. Конец связи. Окей. Позвольте вам помочь, мадам. Мадам? Серьезно? Я бы сказал, милочка. Получила мое сообщение, Дубай. Да. Рада, что ты цел, Адам. Судя по всему, серьезная была засада. Да, такого я точно не ожидал. Как думаешь, кто это был? Нихуя себе. Уверена, ваша опергруппа что-нибудь сообразит. И это будет совсем не то, что раскопает коллектив Джаггернаут. Коллектив Джаггернаут? Ну, вообще странно, тебе не кажется? С чего бы Интерполу отправлять в Дубай отряд из Праги? Миллер сказал, данные вышли в последний момент. Мы были единственным свободным отрядом. Да? Ну так это вранье. А где субтитры? Добро пожаловать в Прагу, ау! Пойдем. Документы! Приготовили! Коллектив следит за всеми опергруппами с тех пор, как мы внедрили тебя в отряд. У них была ударная команда в Амане. Те ребята... Что-то не так с руками. ...гораздо быстрее вас. Не знаю. Если опергруппа прикрытия иллюминатов, как мы подозреваем, то посылать отряд в засаду не было смысла. Сейчас. Если только мы не должны были что-то увидеть официально. Аугувеб! Приправьтеси папири. Приправьтеси папири на инспекции. Папиры — это пеппер, документы. Чё тебе надо? Иди нахуй, монолит ёбаный. Ты за монолит? Не заставайся! Пошёл нахуй. За последние несколько дней всё стало ещё хуже. Все вокруг оборачиваются и косятся на нас в страхе, что ауги снова нападут. Если относиться к людям как к животным, они и станут животными. Думаешь, ничего нельзя сделать, чтобы это остановить? Я уже пытался 2 года назад. Получилось не очень. И что теперь? Считаешь, нам надо сдаться? Позволить взять верх ненависти и предрассудкам? Я говорю, что могу сражаться только с видимым врагом, Алекс. Те, кто все это устроил, настоящие воротилы, это их надо остановить. Но ты понимаешь. Понимаю. Ты и я, коллектив Джаггернаут, мы все хотим его остановить. Но это не означает, что мы тогда должны забыть о... Тогда ладно, ладно. Подождите. Стойте! Предъявите документы. Бля, меня уже проверили только что, ну алло. Береги себя, железяка. Пошел нахуй. Поверить не могу. Это твоя вина. Руки убери. Послушай, не усложняй все понапрасну. Ненавижу этот город. Идем. Прагу ненавидишь? Если ты прав насчет Дубая, насчет того, что иллюминатам нужны были свидетели, то надо выяснить, для чего. Кто отдал приказ выдвигаться? Миллер. Но он наверняка исходил от кого-то выше по званию. Миллер все равно может быть замешан.
Слышал АНПС? А нейтронной подсети? Конечно. ВОГ-29. Начальство пользуется ей для планирования и личного общения. Что это? Чип-стукач. Специальное устройство для прослушки. Янус его подогнал, чтобы чип встал на плату НПС. А, неуловимый Янус. Предводитель хактивистов. Я с ним когда-нибудь встречусь? Когда-нибудь, может быть. Но сейчас твоя цель, Миллер. Подумай, как добраться до материнской пла... Ёб твою мать! Вот это бомбануло. Алекс, цела? Ага. Тут такие кат-сцены большие прям. По кайфу. Ты слышал? Я проверю. Так, осторожно. Поговорим. Там мама, что ли, под завалом? Да. Пиздец. Прага, 30 часов после взрыва на ЖД-станции, короче. Включить. Черт. И что, за все неисправности? Ни хрена себе. Алекс, это Адам. Привет. Голос у тебя жуткий. Ты как? Алехандро Вега. Слушай, Алекс, у меня аугментации отрубились. Надо с ними разобраться, Нова. Если ты хочешь встретиться. Что? Да нет, нет, я в порядке. Ты лучше займись собой. Я крепкая девчонка. Свяжись со мной, когда восстановишься. Договорились. До связи. А чё он сам-то такой тихий? Кошмар, блин. Ну-ка, настройки, звук, громкость эффектов поменьше. Озвучивание, громкость музыки. На 90 поставлю. Да. Сохранение. И, да. На этом остановимся. Я хотел еще где-то на 44-45 минутах остановиться, но тут такие кат-сцены, это вообще. Всем спасибо большое за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, на телегу, на дискорд. Все ссылочки есть в описании под видео. Ну и, соответственно, уж на плейлист тоже теперь. Всем удачи и всем пока.